Oho, nyt ei kerätä Isilla taas sidra. tätä vastaan. Borimsia. Mä oon tätä vastaan vaikka kuinka monta kertaa. Erik Ronka, Finlandia. Fin. Пробую F3, неожиданно. Just tulee semmonen fiilis, että ei ymmärrä niinku mitään, mitä Shukafu. Пошел кафу. Ei voi kovin hyvä olla, mutta... Prukafu. Вот так вот. Он хочет E5 провести, да? Он хочет провести E5. Давайте. Сейчас. Давайте пробуем А3. А вот так вот. Ollaan kyllä vähintäänkin kyseenalaista tätä peliä. На 3-0 он может конь B6, да? Он может конь B6. На 3-0 он может конь B6. Давайте король F2 попробуем. Все-таки толкает. Непонятная позиция, да, как-то он так молодец, в принципе, он не дал мне здесь его напрячь. Не дал мне здесь его напрячь. И позиция неясная, король у него получше все-таки.
Б2 возьмет. Нет, не берет. Он фигуру отдал. Как-то так он расстался с фигурой. Mä pelasin kyllähän todella heikon peli. Ja mitään järkeä, miten mä pelasin tämän. Победа. Ой, ой, ой. Победа. Ну, на самом деле, играл он интересно, но в конце потерялся, не хватило ему времени. Но мне кажется, я даже где-то похуже стоял, такое ощущение. Tässä ei en tajunnut yhtään mitään. Где же я? Нет, хуже я не стоял. Мне сегодня очень плохие перформансы. Olet varmaan edes vielä niin huono asema. Здесь все-таки надо было пойти А3. Ole. Отожрать чернопольника. Е5 sitten vaan oli huono. А кафу это идея Lähti se неправильная. 7. Tää nyt on vähän ongelma, kun tää nyt ei meinaa päästä mitenkään peliin. Sen takia mä tää E5 sitten pelasinkin. Опять неправильно. Katso se 7 kans 1. Это ошибка. Опять Olipas А3. Olipa kyllä heikko peli. Vielä on 2 peliä jäljellä onneksi. Это же было получше. Ennätystä ei tule tänään, mutta kuuteen pinnaan voidaan päästä vielä. Да, так... А, король F2 это ошибка. G5, ну хорошо, если E5. И 3 нуля, вот так вот. Ого. Круто. Вот оно что, оказывается. Вот если я здесь играю 3 нуля. Стоп, вот здесь. Тогда он играет конь B6. Хотя на конь B6 есть B3. Mutta aika jännä peli menossa. И все в порядке. Ой, ой, ой. Что, с такими пешками все в порядке? Да, говорит, все в порядке. Но он предлагает G5. И на E5. Todella jännittävä peli. Бьем, бьем, и теперь 3 нуля. Если конь C4, то бьем на D5. Kyllä vaan. Фесь B6. Он näyttää soitava. Aika käsittämätöntä, miten hyvin pelaa. Интересно, да. Näin vähällä ajalla. Интересно. Tosi hyvin.